тишина. Мальчишки мои вместе уснули. Пока я ходила мыться, говорю: «Гриш, полежи с ним. Сейчас я помоюсь, приду». Прихожу, они оба спят. Ой, а мне Витя присылает фотографии Маськи. Как же Маське там хорошо у них. Вот я смотрю, он вот вредничает у меня. Ему там так хорошо, там же несколько кошек и мама его. И вообще им там так весело. А потом его ко мне привозят, и он вредничает. А тут прям рай у кота. А люди его жалеют. Кота она куда-то отдает. Куда-то. Вас бы так куда-то отдавали. Тихо, тихо, смотри под ноги, пожалуйста. А то упадешь. Иди. Давай. Под ноги смотри. У него. Видите, огоньки на ботинках горят. Второй закрытый, не видно. Вечер, все домой приехали, машины. Во дворе кошмар. Так, не выходи на дорогу, иди по краешку здесь. Пойдем. Мы пошли погулять немножко. Да до магазина дойти. Нам. Пойдем, пойдем. А зачем мы? А мы идем с тобой в магазин. Давай. Иди сюда. 17 градусов. Смотри, собачка тоже одета, видишь, комбинезон. Тоже погулять вышла. Маленькая, да. Тоже. Тихо, тихо. Ну, пойдем. Опора стоит, да. Господи. Опора стоит. На месяц, говорит, луну сломали. А луну сломали? Да не сломали, он вырастет. И будет луна круглая. А луна круглая? Конечно, что ж ты... А темно? Чего, темно? Нет. Она солнце. Нет, есть, только она за домом. Не, луны нет, есть месяц. Я же тебе говорю. Он подрастет. Есть месяц. Да. Так, иди по краешку вот здесь. И смотри под ноги, пожалуйста. Два пешехода. С такой скоростью. Движемся. Он еще быстрее меня шагает. Автобусы? Автобусы? Ты сломал, видишь? Чего сломал? Вот там подъезд. Чего, подъезд? Чего подъезд? Вот там. Вот там. Я не вижу, а что там? Кто это у нас? Мальчик, как твоя фамилия? Как тебя зовут? Я Зазыр. Я Зазыр, Людмила Викторовна. Людмила Викторовна, это няня твоя. А тебя как зовут? Я... Как? Как тебя зовут? Маша? А как? Это Саша. Саша. Ага. А фамилия как твоя? Бабушка. Какая бабушка? Фамилия твоя Винзовский. Ты забыл? Забыл. Ну а чё ж ты так?
Ну-ка скажи, как фамилия твоя? Фамилия. Вензовский. Вензовский. Ясно. Забыла, оговорил. Ой, а что потеряла? Да это мусор выбросили, люди нехорошие. Ты, что такое? Ветки, что такое? Вот с ним ходить невозможно, он же все спрашивает. Это дым. Дым, да. Да, там дым. 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 Угу. Котельная там, дома отапливает, чтобы в домах было тепло. Да. А как почему? На улице же зима, если не будут дома отапливать, значит, будет холодно. У тебя же тепло дома? Нет. А? Нет, тепло. Тепло. Вот поэтому и дым. Ой, ладно. Пойдем сами по себе. Видно вам? Сосульки какие на фонаре висят. Стоим, обсуждаем опору. Вот запомнил, что это опора, и вот он, опора. Ты далеко ушел-то от меня. Подожди меня. Ну вот, сходили с ним в белорусский магазин. Белорусский, да, магазин. Купили сырочков творожных, молочка, мяско, сырку. И идем потихоньку домой. Вот и вся наша гулянка. Нет, ну мы худо-бедно, а мы так круг сделали приличный. Пойдем. 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 Вот. Ну вот, я говорю тебе, смотри под ноги. Ну, под ножки надо смотреть. Ты, понятно, тебе по сторонам-то интересней. Вот, приедут родители сегодня. Я, правда, даже не знаю, во сколько они прилетают. Но мы уже порядок навели. Все сделали. Вот. Так что ждем родителей с чистой совестью. Да? Ждешь родителей? Закончатся твои страдания. Он меня, видимо, винит в том, что уехали все. И родители, и Людмила Викторовна. Потому что он вредничает. Закатывает прямо истерики. Причем на ровном месте. Саш, пойдем купаться. Не хочу. Вот это врев. Хотя он нормально всегда купается. Да, это он меня винит. Скажет, приехала. И все исчезли. Вот так вот. Скажет, жили спокойно. Приехала эта бабка. И все. Ну, так что хорошо, приедут, и он успокоится. Он же, когда я прилетела, родители были дома, он прям улыбался, все прям ко мне. Бабушка, бабушка. Успокойся. Кто успокойся? Чего ты говоришь? Успокойся. Ой, я не волнуюсь. Чего мне волноваться? Я просто рассказываю тетям своим, что происходит. Вот. Ну ладно, мы пошли домой. Видишь? Не видишь? Около дома. А что такое маленькое? Маленький месяц. Это маленькая луна. Вот теперь стоим, смотрим, обсуждаем месяц. Так, ну что, мои маленькие мужчины, ужинать садятся. Давай, залезай. Садись только хорошо, Саша. Давай.
У нас Саша левша. Сейчас я тебе котлетку поломаю. Сейчас. Вот видите, как мы готовы к приезду родителей. Ну, игрушки таких просто девать некуда. Так, все. Пропылесосили, все помыли. Гриш мне так помогал, так помогал. Улыбается, сидит. Думал, у бабушки проскочит. Чего нет? Думал, проскочит. У бабушки фиг проскочит. Ладно, ешьте давайте. Ну все, мои дорогие. Так что мы ждем родителей. Правда, не знаем, во сколько они прилетят. Ну, сказали вечером. Вот. Всем хорошего вечера, спокойной ночи. Пусть вас дети и внуки, и вообще близкие только радуют. Пусть все у вас будет хорошо. Не болейте, пожалуйста. Ну, всем пока-пока. Я вас обнимаю, целую. Пусть все будет хорошо.